продовжуємо наш ефір. І поруч зі мною вже є гість, як я і анонсувала, Валентин Бєльський, член правління Української асоціації якості, голова ради директорів. Доброго ранку, Валентине. Доброго утра, Ірина. Дякую, що завітали до нас. Сьогодні ми будемо говорити з вами про творчість і проблеми в організації. Але перш ніж ми перейдемо до нашої розмови, пропоную переглянути сюжет, які є проблеми у організації нашого міста. Тож далі сюжет. Часто однією з вимог до кандидатів при прийомі на роботу є креативність або творчі здібності. А багато співробітників у свою чергу, вибираючи місце роботи, бажають творчої самореалізації. Та у будь-якого підприємства в процесі організації роботи виникають ті чи інші проблеми, які керівники вирішують по-різному. А якщо до робочого процесу долучати творчість, безсумнівно можна досягти більш високих результатів. Основна проблема – це отримання кваліфікованих кадрів. То есть люди, которые работают у нас, они довольны тем, что они делают. Но нам еще нужно привлекать новых людей, потому что у нас количество заказов растет и должно увеличиться количество исполнителей этой работы. Поэтому недостаточный уровень кадров в Николаеве – это тоже большая проблема. И мы с Николаевским клубом директоров работаем над устранением этой проблемы в Николаеве, в частности, проводя всякого рода объяснительную работу, всякого рода круглые столы и обучающие семинары. Запорукою успіху у вирішенні проблем є їх обговорення зі співробітниками. Чітке визначення завдань організації допомагає керівникам та персоналу ефективно співпрацювати для виконання спільних цілей. Прямой контакт между мной и моими сотрудниками, он всегда есть. Всегда можно ко мне зайти, пообщаться, сообщить о каких-то проблемах. Я стараюсь иметь персональный контакт, не через кого-то, общаться с персонально каждым сотрудником, выслушивать его проблемы, пожелания, предложения, потому что на самом деле для того, чтобы развивать компанию, нужно обязательно слушать людей, которые у тебя работают. Потому что инициатива и идеи хорошие, они часто возникают не у руководителя, а у сотрудников, которые работают, видят эти проблемы в работе, приносят их, говорят, как их можно решить, предлагают свои решения. А ось Ігор Гончаров, керівник IT-компанії, звик слово «проблема» змінювати на задачі та поступово і планомірно їх вирішувати. В основному ті проблеми, які для нас є проблемами, вони знаходяться, в принципі, внутрі підприємства. І, на мій взгляд, у кожного підприємства так. Тобто, іноді просто, може бути, не хочуть цього признавати і бачити. Вот наші проблеми основні – це була проблема, наприклад, постановки задач. То есть сейчас мы решили уже вроде как, была проблема постановки и контроля задач. То есть когда от клиентов поступают задачи, их принимают, вот, а потом она, решение, скажем так, этой задачи, оно растягивается, еще что-нибудь. То есть такая проблема вот была. На думку Ігоря, для вирішення проблемних ситуацій керівники та працівники мають постійно самовдосконалюватися. Это процесс, как я его люблю называть, процесс непрерывного совершенствования. То есть, когда предприятие, в принципе, с самого начала своего, скажем так, роста, да, оно начинает эти проблемы постепенно находить, вычленять, то есть работать над ними, улучшать, идет дальше. И на самом деле здесь нет никакого момента, когда вот можно будет сесть так спокойно и все, проблем нет. То есть таких вещей не бывает, потому что, в принципе, они будут появляться новые. Важливий момент стимулювання творчого та робочого процесу – зворотній зв'язок співробітників та керівництва в письмовій або усній формі. Ми ввели так звану ежедневну отчетність. То есть каждый сотрудник, прежде чем уходит домой, он ежедневно отчитывается, что он сделал коротким письмом и заполнением в систему времени, разработанную нами, которую он потратил на свои задачи. Таким образом, руководители людей знают о том, что они выполняли и что от них ожидать на следующий день. Это позволило нам оптимизировать отчетность и ожидания о выполнении работы. Отож, обговорення проблем, їх творче вирішення та покращення подальшої роботи організації є невід'ємною запорукою успіху.
Тож, Валентине, ми побачили, які проблеми в організації, як їх вирішують. Давайте поговоримо про вашу організацію. Давайте. Я знаю, що ви керівник меблевої фабрики. Розкажіть історію і яка кількість працівників у вас, щоб наші глядачі були знайомі. Сьогодні наша мебельна фабрика «Ренесанс» допомагає осуществити свою мечту більше, ніж 50 чоловік. Це наш колектив і сотрудники. Мечтой мы называем возможность обрести устойчивое будущее и достаток, необходимый для реализации своего потенциала творческого и, конечно же, содержания семьи. Угу. У вас наверняка есть какие-то проблемы, да? Можете нам их назвать, те проблемы, которые мешают вашей организации? Ну, в первую очередь я хотел бы разделить, классифицировать проблемы на внешние и внутренние. Очень большое количество внешних проблем и большинство организаций сосредоточены именно на них. Но, естественно, и нашу компанию они не обходят. В первую очередь, это по специфике нашего продукта сезонность спроса. Мебель, как таковая, имеет пиковый спрос осень-зима и значительный спад весной и летом. А почему так происходит? Ну, потому что люди заинтересованы в первую очередь подготовить площадку, комнату для того, чтобы установить мебель. Поэтому весной они активизируются в ремонтах или обустройстве своего жилья внешнего. А затем уже переходят к второй фазе насыщения ее, соответственно, мебельными комплектами. Вторая часть внешних, опять же, проблем – это стагнирующий рынок. Сегодня мы видим значительную часть спада в среднем сегменте, естественно, в элитном сегменте потребительского спроса и переход людей на более экономные варианты. Таким образом, и мы должны модернизировать предприятие свои таким образом, чтобы удовлетворить растущий спрос на более эконом-варианты продуктов. Мы еще поговорим о том, как вы будете модернизировать. Какие еще проблемы? Внутренние проблемы. Внутренние. Естественно, это недостаточная вовлеченность сотрудников. Очень сложно добиться того, чтобы каждый человек на своем рабочем месте понимал ту ценность, которую несет своим трудом. Но чуть позже мы поговорим, как мы этого достигаем. Да, и, безусловно, вторая группа – это низкая прибыльность компании. Опять же, не так легко вывести компанию в серьезную рентабельность, потому что, несмотря на достаточно невысокую заработную плату, то есть оплату труда в Украине, в частности в Николаеве, тем не менее наши технологии не могут позволить на высокую продуктивность и эффективность. И это тоже одна из серьезнейших задач, которые необходимо реализовывать в любой компании. Это мы назвали самые такие основные проблемы. Но есть ведь еще какие-то дополнительные, которые появляются в процессе работы. То есть это же не можно сказать, что это единственные проблемы предприятия. Безусловно. Я старался сосредоточиться на глобальных проблемах, но существуют такие незначительные, например, как текучесть кадров. Сегодня очень многие сотрудники, если говорить опять же о персонале, задумываются о том, чтобы обрести какое-то рабочее место за рубежом. Также серьезный вопрос, касающийся мобилизации и большого патриотизма среди людей, ну, не позволяет им сосредоточиться только на своей работе. Да. Ну, вы их решаете, эти проблемы, то есть конечно, с текучестью кадров. Хорошо, а обсуждаете ли вы проблемы с сотрудниками своими? Думаю, что основным из, или как первейшим и важнейшим методом работы с несоответствием или проблемами есть, конечно же, обсуждение их с сотрудниками, с каждым человеком. Желательно, чем более индивидуальный подход, тем больше мы сможем увидеть области для усовершенствования и возможности для корректур этих проблем, потому что не всегда истинные причины проблем лежат на поверхности, и в частности нужно значительным образом покопать. Например, есть такая методика «5 почему». Вы задаете человеку вопрос о том, например, ну, почему произошло несоответствие. Первое, что приходит на ум руководителю, это, конечно же, некомпетентность или безалаберность какая-то человека. Но когда мы задаем второе «почему», то, общаясь с самим исполнителем, оказывается, что, возможно, у него был недостаточно качественный материал для того, чтобы сделать свою работу хорошо. Почему недостаточно качественный материал, мы уточняем? Потому что, возможно, мы не обратили должное внимание на входном контроле этого материала. Почему не обратили должное внимание? Потому что, возможно, не отработаны инструкции или стандарты по принятию этого продукта. Такая себе цепочка, да, не можно обвинить человека, что он там виноват, это все-таки факторы, которые влияют. Да, короче, если что, проблема на поверхности, и все сосредоточено в людях, но придерживаясь философии того, что 98% проблем находится в недостатке системы организации труда, системы организации в целом управленческой, мы таким образом максимально стараемся отвести источник проблем от непосредственно людей, сотрудников, коллектива.
А как это проходит? То есть вы говорите более индивидуально. Вы говорите с человеком наедине и пытаетесь разобраться в проблеме, да? В первую очередь мы хотели бы, чтобы человек старался не скрывать свои проблемы. Поэтому, переходя к творческому подходу решению проблем, мы в свое время приняли на себя такое волюнтаристское решение отказаться полностью от штрафных санкций предприятий за возникновение каких-то либо несоответствий. Таким образом, мы автоматически устанавливаем правило, что человек не является причиной брака. И такая схема позволяет более быть открытым людям к выявлению или демонстрации тех ошибок, которые, возможно, произошли на предприятии. Если он априори невиновен, то таким образом он может смело заявить. Идя немножко дальше, мы приняли решение о том, что мало того, что человека нужно обязательно не наказывать, его нужно еще и поощрять за то, что даже если он совершил ошибку и продемонстрировал это, таким образом не допустив несоответствия или брак, не скрыл, да, да, на следующий этап, то это позволяет нам вовремя отреагировать, а в дальнейшем, заполняя специальную форму, форма имеет примерно вот такой бланк, в этой форме заполняется тот вид несоответствия, который выявлен, и направляется на исполнительное лицо. Это может быть либо непосредственный руководитель, но более всего мы поощряем, когда сам человек пытается предложить то корректирующее действие, которое позволит в будущем не допустить этот брак или несоответствие. Предотвратить. Очень интересные такие подходы у вас в работе. То есть вы регистрируете проблемы, и давайте более детально подойдем, как же вы их регистрируете. Для этого у нас есть специально подготовленный отдел качества, который настроен не на то, чтобы заглядывать, так сказать, каждому под руку и выявлять те дефекты, которые могут возникнуть, а он мотивирует людей к тому, чтобы они заполняли бланки. Бланк имеет название «БОС», бланк несоответствия. Таким образом, человек, заполняя бланк, заносит его на регистрацию в отдел качества или вызывает специалиста отдела качества на свой участок для того, чтобы тот помог ему зарегистрировать. Этот бланк, пройдя регистрацию в отделе качества, вносится в специальный реестр несоответствий по подразделению или участку. В дальнейшем, направляя на исполнителя или возможного специалиста, который может придумать корректуру, отдел качества фиксирует предложенную корректуру. То есть те изменения, которые предлагаются исполнителям внесения то ли в техпроцесс, то ли в инструкцию, памятку, то ли в работу сотрудника. Эта корректура также вносится в стандарт. Стандарт несоответствия таким образом наполнен той массой недоработок, проблем, которые возникали рано или поздно на предприятии. И сегодня эта статистика насчитывает уже более 4-летнюю статистику. Затем идется контроль. Затем, как эта корректура, предложенная к решению несоответствия, повлияла на результат. Если мы не видим повторения несоответствия, значит корректура сработана отлично. Идем дальше. Стараемся усовершенствоваться впредь. Если же несоответствие повторилось, то мы запускаем заново инструмент и анализируем, насколько предложенная корректура смогла предотвратить в будущем повторение несоответствия. Ошибок. Да. Хорошо. Какая еще работа ведется по улучшению, чтобы этих ошибок было как можно меньше и статистика тоже не была такой объемной? Какая работа? С другой стороны, очень важно вовлекать сотрудников в то, чтобы они относились к своему труду, как к ответственной работе, но еще лучше, когда они вовлечены в процесс как в хобби свое. Для этого мы стараемся сделать участие наших людей в жизни компании более насыщенным. Например, у нас на предприятии организована футбольная команда, которая каждое воскресенье, собираясь вместе, позволяет сплочаться людям. Помимо созданного фонда социальной помощи, где сами сотрудники принимают решение о том, выдавать ли кредит кому-то из людей, давать ли в рассрочку нашу продукцию, или еще какие-то вопросы, связанные, например, с сложными ситуациями в жизни человека. Что позволяет подобная схема работы? Вовлеченный сотрудник старается прийти на работу и насыщен мыслями о том, не как ему побыстрее сбежать из дома, а то, как ему побольше обрести знаний или еще пообщаться с коллегами. Да, в каком-то творчестве принять участие, не только же такая монотонная, нудная работа, такого у вас нету. Можете привести примеры творчества, в которых вы принимали участие, и еще более детально поговорить о творчестве на вашем предприятии, потому что я на нем была и знаю, что там творческие люди работают. Один из интересных примеров последнего времени, связанный с работой
с внешними угрозами, с внешними рисками, так, например, как падение спроса, это создание креативного персонажа Бенни Пуф. Мы создали страничку в социальной сети. Это элемент одного из наборов, пуфик серии «Прованс». И Бенни Пуф от себя ведет блог. Он рассказывает о том, как он посещает разные места в городе, какие у него эмоции, чувства. И таким образом, создавая креативного персонажа, мы пытаемся, и сейчас мы видим активное наполнение этой группы, привлечь внимание к самой фабрике. Потому как проблема продаж, она присуща, естественно, каждому предприятию, но идти стандартно, шаблонно, ну, просто рекламируясь, нам это неинтересно. И в разработке этого персонажа, естественно, непосредственно участие принимал я, и мы дальше продумываем стратегию, как должна развиваться судьба Бенни, как он будет знакомиться, у него уже появилась подруга, уже Фло, даже подруга. Да, из другой серии, серия «Гламур», у нас есть такая очень интересная дама, Фло, да, ее зовут Фло. Дальше наш Бенни Пуф будет знакомиться с друзьями, то есть мы создаем, это, возможно, даже в будущем будет отдельная серия пуфиков и маленьких таких вот объектов для сидения, которые могут стать товарной группой. И мы рассчитываем на то, что будут достаточно популярны. Вот у него уже подруга появилась, может, маленький пуфинятка. В любом случае, у нас есть и модели автомобилей, у нас есть и модели животных, то есть они могут на наших стендах проводить прекрасно свое время и развлечения. Спасибо. Можно еще несколько рекомендаций все-таки, как вот исчезнуть проблему, чтобы более их меньше было на предприятиях вообще? Так как мы говорим о творчестве, то очень важно создать на предприятии атмосферу креатива и стремление что-то изменять. Так называемое предприятие-лаборатория, которое не боится придумывать что-то новое, не боится ошибаться, а посчитав, что какой-то проект не является перспективным на данный момент, смело признаться в этом и пойти дальше, не ища виноватых и не стараясь спихнуть на кого-то все проблемы. Спасибо вам большое, Валентин, и хочется напоследок от вас пожелание нашим зрителям доброго утра. Доброе утро, уважаемые зрители. Я желаю, чтобы каждый ваш день начинался с улыбки. Очень приятно было услышать от телезрителя подобное пожелание. На мой взгляд, это действительно очень просто и каждому под силу, но может дать колоссальный заряд энергии и позитивные эмоции. Ну и будьте креативны, не бойтесь экспериментировать. Спасибо вам большое. Тож в мене в гостях був Валентин Бєльський, член правління Української асоціації якості, голова Ради директорів. Чекаємо з нетерпінням вас ще в нашій студії. З удовольствием. Теж вам доброго ранку.